Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Наконец-то я зашел в эту игру. Спустя, господи, неделю, наверное, да? Целую неделю, ребята, я не мог зайти. Вот так вот я вам скажу. И тут вдруг ни с того ни с сего загрузилось, просто без всяких проблем. Так, ну что ж, давай смотреть. Давно мы здесь не были, давно. Так, 60 миллионов рыбы, да? Отвлечь. Бесплатно. Так, полетел у меня беззубик. Так, давай мы, наверное, наших ребят под... О! Грушу, да, дожидали нам, отлично. Так, паря, ты давай-ка лети за железом. Нечего тебе здесь прохлаждаться. Так, ребятушки, ну а вы что мне тут принесете? Так, ты, наверное, тусклый янтарь, да? Ага. Ну давай, сарделечка, что-нибудь хорошенькое мне, пожалуйста, выдели. Ага. Так, сколько? 4. 4 руны. Смех на палке, да и только. Ладно, мы его сейчас... Подожди, что? Зависло, ребята. Я не могу сдвинуть экран. Интересно. Ладно. Давай тогда посмотрим пока, что нам тут драконы наши принесли. Легендарные. Блин, ребята, я не могу почему-то управлять... Это... Смотри внимательно, я не могу переместить. Я вообще ничего не могу сделать. Зашибись, ребят. Все, мышка полностью отказала. Ну эти-то почему-то работают. Так, начать сезон. Так, получить 40 железа. Я не могу понять, почему у меня не двигается это экран. Понимаешь, в чем проблема? Не двигается экран. Так, шоп от смерти, громыль, водорез. Так, тут немножечко ресурсов. Так, секундочку. Наверное, рекламный-то надо будет глянуть. Смотри, даже драконы, ребята, почему-то не отмечаются. Я не могу ничего сделать. Так, происшествие, осквернение святилища, друзья мои, ну-ка. Угу. А я вам говорил, что было обновление. Вот, ребята, сейчас догрузится и продолжим. Так, а вот и происшествие. Осквернение святилища, ребята, посмотрим, насколько оно у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Не может быть одиннадцати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11. Блин, 11, как-то не в тему. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Ё-моё, 10, ребят. Ну что, поехали. Все равно я пока не могу перемещать экран, поэтому, ребят, давайте хотя бы здесь поделимся и половину события попробуем пройти. Так, ну что, маленький буржуйчик, сейчас мы тебя здесь и хлопнем. Так, две волны. Две волны, ребята, у нас тут намечается. Так что по Шурику его уничтожили. Так, следующее, значит, кто тут у нас? Ага, пристиголовый, собственно, персоны. Естественно, сразу же его дебафим. Он у нас любитель выпускать фаерболы, и плюс у него огонь. Потому в наших интересах его запинать как можно, ребят, быстрее. Прям вот шеминтом, пулей. Ну что такое-то? Ну ёк-макарёк. Все, ребятушки, первая победа за нами. Так, у нас очередное колесо. Выпадает нам немножечко рыбы. И забираем 50 рун. Вот так вот. Замечательно. Ну что, продвигаемся туда дальше. Раз, два. Два поединка будет... впустую, можно так сказать. Потом заберем с тобой только лишь загадочный пак. Так, ну что, сколько здесь волны? Я надеюсь, две, да? Две волны. Опять нас встречает пристиголовый. Угу. Так, давай-ка мы его быстренько проучим. Покажем ему, где раки зимуют, а то он не знает, видимо. Так, фаерболчиками балуется. Так, а это у нас злобный змеевик, да? Или острокрылый. Да, это острокрылый змеевик. Ладно, ничего страшного, сейчас мы его тоже накажем. И пускай он, как говорится, идет
лесом. Ну что, давай, наверное. Так. Вот он какой, я, ты посмотри. Жирненький, да? Просто такого не пробить. Так, правильно, 19 уровень, что ты хотел? Ну, что ты нам подкинешь? Да ладно, плод мудрости, ну спасибо. Значит, подготавливает меня якобы к какому-то жесткому поединку. А раз они дают нам плоды мудрости, значит, жди беды. Так, ребят, шепот смерти истинный. Ну, можно назвать оригинальный. Коварный, коварный перец, ничего не могу сказать. Поэтому надо как можно быстрее, ребят, его угасить. Так, последняя волна, и тут у нас два душителя, да? Один душитель, другой дымодышащий. Поехали. Того, конечно, быстрее бы получилось бомбануть, потому что у нас против него как бы команда заточена. Потому что он там он шустрый, а мы хитрые. У нас хитрецы как раз против шустреньких-то и заточены. Ну, и что делает? Ну, естественно, это ему не поможет. Так, друзья, сегодня сходил на прием. Отправили меня на рентген сделать рентген гайморовых пазух. Ну, короче, подозревает у меня гайморит. Не знаю, посмотрим, что покажет. На прием мне надо будет идти 11 числа. Там уже будет все известно. И если гайморит, то, естественно, больничный продлевается, ребята. Так, ну что, оу, тут три волны. Тут три волны, друзья мои. Ну вот, мы и докатились. Докатились мы до трех волн. Окей. Вот смотри, вот он сходил. Я успел только двумя сходить, он опять ходит. Ну как так-то? Запарил уже просто, а? Так, значит, здесь ужасное чудовище плюс пристиголовый. И они ходят в паре, да? Без разрыва, понятно. Значит, сделаем следующим образом. Так, давай через хилочку сейчас уничтожим. И дальше, что, укус? И добивка, наверное, я так понимаю. Ну-ка, барсик. Да, третья волна. Значит так, шторморез плюс кревет. Тут даже и, ребята, гадать нечего. Я начинаю разбирать кревета. Так, это для меня лично опасный конкурент. Видишь, что творит. Так, ну а теперь и шторморез. Ага. Кстати, нам надо было посмотреть, что у нас в этом новом событии разыгрывается. Какие драконы. Так, крутим колесо. И выпадает нам древесина. Так, ребята, мини-босс. Мини-босс собственной персоны. И это у нас, да, это последний поединок, после которого мы забираем с тобой тусклый янтарь. Ага, мини-босс и три волны, зашибись. Молодцы, красавчики, ничего не скажешь. Так, ладно, этот сходит. Мы сейчас сделаем тогда дебаф. Укус. И барсик его добьет. Причем с превеликим удовольствием он это сделает. Так, поехали дальше. Здесь сделаем дебаф. Кусаем. Сейчас еще хильнемся. Сейчас еще, ребят, хильнемся. И, блин, сейчас фаербол полетит в нас, фаербол. Ладно, вторая волна. Ой-ой-ой-ой-ой, скалотриас. Так, ребят, блин, а я хильнуться не могу. Ведь переживет же, да? Блин, переживет кого-нибудь. Я сделаю так. Я не буду, ребят, рисковать. Неохота. Угу. Быстро, 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 быстро. Нам нужно скалотряса уничтожать. Так, повышает атаку. Давай так сделаем. Отлично. Ага. Раз. И добиваем.
Так, ребят, последняя волна. Ну, как обычно, сладкая парочка, ребят. Костолом и Ветрокрыл. Тут по-другому и быть не могло, да? По-другому просто и быть не могло. Соответственно, вот этого будем брать под контроль, ребят. Будем его брать под контролечку. Вот так вот сделаем. Давай, добивай его. Красавчик. Так, ну что, теперь... Теперь, ребята, бомбим этого Ветрокрыла потихоньку. Угу. И готовим следующую слепоту. Ну все, это клиент наш, он никуда от нас не денется. И мы его, соответственно, уничтожим. Я пока не буду рисковать. Можно было бы, конечно, попробовать бомбануть, но я, ребят, воздержусь пока от этого. Ага. Сделаем так. В принципе, можно, мне кажется, уже... Ой. Что-то я тупанул. Сейчас бы сделал. У него уже слепоты там не было. Он бы сейчас... Он бы сейчас сделал свой суперудар, и нам бы хана было бы. Ё-моё. Вовремя спохватился, вовремя. Ну что, добиваем его. Все, ребята. Так, крутим колесо. Забираем рыбу. И забираем 1000 тусклого янтаря. Да, конечно, мало. А что у нас тут в конце награда? 150 рун, тут 100 рун. То есть 250 рун плюс 2 пака. Не густо, конечно, но что есть хотя бы. Так, ну что, мы закрываем. О, задвигалось, неужели? Так, давай посмотрим, что у нас тут. Вот это я возьму и вот это вот. Так. Мы остановились. Так, этого я до сих пор не отправил. Давай-ка в приключение, парень, лети. Все. Барсик, у тебя что? Ну-ка, показывай. Руны. Последний вариант будет, ребята, тусклый янтарь, поверьте мне. Так. Что же здесь? Что здесь выпадет, интересно? Или шестеренки, или же руны. Мне почему-то так кажется. Да ладно, яйцо древоруба. Ну, хорошо. Подожди, это не древоруб, это... А, древоруб, чё это я? Чё это я, ребят, совсем уже. Так, ну что, отправляем его в приключение, пускай летит. Так, а ты-то у меня, иди обучайся. Так, древоруб, давай за рыбой, ты тоже за рыбой лети. Сейчас мы тут, ребята, сливки снимем, как говорится, с наших ребятулек. Так, кревет. Так, 112 уровень. Кого-то мы же... Так, ну здесь 112 уровень. Мрачношип. Давай-ка, мрачношипик. Ты нам нужен. Тренируйся. Так, 95-й. Подожди секунду. Я просто не могу вспомнить. Кто у нас круче, чем 95-й уровень? Так, здесь забираем и дальше его отправляем тренироваться. Лети. Так, это 85-й, это 85-й, это 91-й, ребята, уровень. Шипотень. Так, ну что, я Шипотень отправил тогда тренироваться, получается. Шипотень у меня пошла тренироваться. Так, подожди секунду, где же? Так, давай, иди тоже позанимайся маленечко. Полетел. Кто-то, блин, я же помню, что вроде бы кто-то должен был быть. Или я опять глючу? Святилище Волки занято, ребята. Не могу пока, да? Отправить их заниматься. О, вот, вот он. Вылупился. Да, ребята, 102 уровень, отлично. Полетел, короче, парень. Тренироваться.
Да вы специально так делаете. Че, я не знаю, что ли? Забираем. Ну да, 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 святилище Валки занято. Занято у нас. 88 уровень. Ай, ребята, не знаю. Нам нужно еще, по-моему, 2 или 3 дракона. Я вот не помню точно. И все будет у нас тип-топ. Ну, я имею в виду, что у нас тогда хватит всех драконов прокачать. Так, 28-й, 6-й. Че он там? Не побежал, да? Побежал тренироваться? Побежал. Повысить академку. Академка уже у меня тоже вся забита получается, да? Так, где мой этот? Вот он. Давай сюда. По-моему, я задание выполнил. Должен был выполнить задание. Мы же его уже который раз отправляем. Но почему-то это задание нам не дают. Так, сезонный рынок, ребят, смотрим. О, скрытень. 8800. Что-то мне кажется, что я этого скрытня не смогу, ребят, получить. Очень много времени потерял, и у меня всего лишь 20 листочков. Это никуда не годится. Так, давай древесину еще заберем. А, у нас фул, опять фул древесина. У нас опять фул древесина. Так, у нас еще и здесь ничего нету. Здоровски просто. Так, здесь-то мы не проверили. Давай заберем это все. То, что древесина-то есть, это хорошо, ребят. Только, блин, куда мне ее тратить? Вообще некуда. Просто вот некуда ее потратить, даже эту древесину. О! Поубираем пока камни. Камни. А, елочку не убрать эту, да? Елочку не убрать. Сколько здесь нужно? 3400, чтобы расширить нам территорию. Блин, было бы неплохо, чтобы расширить территорию. Как ты считаешь? Я думаю, было бы круто. Инферно. Чего мне вообще здесь делать кошмарный пристеглов? Я что-то не понимаю. Зачем мы его прокачиваем? Я без понятия, если честно. Так, ну что, ребят, пойдемте тогда набивать паки. 3 пака нам в обязательном порядке нужно сейчас получить. Так, что у нас тут? 2 пристеголовых плюс ужасное чудовище, да? Все, я понял. Поехали. Команда, как говорится, была дана, фас. И мы, ребята, атаковать будем сейчас. Блин! А что-то вы как-то быстро мне барсика-то раскурочили. Эй, прыщи! Пора вас давить. Ё-моё. Что ты делаешь, Ирод? Куда ты-то лезешь, а? Ты горбатый. Нет, я хромой. Нет, ты горбатый. Чё-то я вдруг вспомнил этот анекдот старый, бородатый. Так, давай. Сюда бомбанем. Я вижу, ребята, что он это... А, все, у него нету. Бафа у него нету. Положительного. Поджарил нас еще. На тебе в ответочку. Так, друзья, очередной поединок у нас тут. И вот такая вышла у нас команда. Я же опять начну, наверное, с пристеголову. Все-таки в первую очередь с него. Так как это у нас шустрик, мы его быстренько должны разобрать. Вау, как мы его, а? Так, блин, тут сарделька, ёпарасоте. Но я, наверное, все-таки начну с этого. Хотя сарделька тоже бесявая. Оу, понял?
понял, как они нас раскручили? Просто в трясек. Хоп-хоп, и все, ребят. И до свидания. Так, ты хорош там дебафить-то. Ну что, сарделька, давай договоримся. А может и договоримся. Так, дебаф сразу. На. Ему зло исчезло. Не договоримся, значит, мы, сарделечка, с тобой не договоримся. Так, давай прокус, прокол. Хильнем нашу командочку. Ну и я так понимаю, сейчас будет свежая добивка. Свежая, сочная такая отбивная будет. Есть. Так, ну и последний поединок у нас. Надеюсь, что последний. Если мы сейчас тут всех победим. Ну, нам нужно уничтожить двух драконов. Нам двух драконов не хватает для открытия пака вождя. Так, вообще музло все исчезло, да? Вообще все музло исчезло. Ты посмотри, какой, а? Бомблю его, бомблю. Ну, этому все, этому крышка, понятное дело. Следующий, наверное, будет у нас, ну, тоже, ребята, ожидаемо прям вообще. Прям вот ожидаемо. На. Блин, это же зелень, ё-моё. Сейчас, ну, конечно же, хвостом минус энергия, ребята. Чуш, две штуки просто сгорело в трубу. Пипец. Ну, это пипец, ребята. Он сейчас опять, да? О, как все запущено, да. Потеряли мы бойца. Давай сделаем так. Давай-ка суперудар, парень, делай. Ты, вот он специально, друзья. Ну вот специально же сейчас сделал так, чтобы не было суперудара, блин, а? Хлыщ. Ну вот, совсем другое дело. Давай, звездярь ему. Так, он сейчас все равно нас хорошо прижучит. Да, ребята, он нас сейчас уничтожит, к сожалению. Ну, двух драконов я убил, поэтому пак вождя должен быть у нас в кармане. Слушай, пак вождя-то в кармане, а нам-то нужно с тобой обычный пак еще набить. Так что мне пришлось зайти в очередной поединок, ребят. Так, давай-ка мы, наверное, Громорога сейчас попробуем в первую очередь уничтожить. Этого на подконтрольку возьмем с тобой. То есть будем его сейчас контрить обязательно. И, естественно, его надо, ребята, держать на слепоте. Только слепота нам здесь поможет. Других вариантов здесь просто даже не рассматривается. Поэтому делаем обычный укус. Так, сейчас Барсика, наверное, скорее всего, мы потеряем, да. Ну, фиг с ним, с этим Барсиком. Нам главное повесить слепоту. Все, вешаем слепоту и, ребят, начинаем уже потихонечку разбирать. Пожалуй, вот с этого начнем. Потому что я не хочу, чтобы он здесь распылял фаербол и тому подобное. Готов. И теперь нам нужно хилнуться. Блин, я, кстати, зря это сделал. Я зря сделал. Какой хил? Ну, он хорошо, он сейчас промахивается, ребят. Промахивается, он тратит энергию, отлично. Значит, я успею еще накопить, да? До следующей слепоты. Вот так вот. Ну, в принципе, я тебе скажу, что можно его дебафить. То есть понижаем ему броню и начинаем его атаковать. Все. Ну, как видишь, не совсем удачно у нас получилось. Три обычных пака. Сразу один на открытие. И открываем пак вождя. Кошмарный пристеглов, дымодышащий. Так, древоруб, шипорез, звездрык, вострозуб. Молодой рыкошмык. Вот как-то так, ребят. Молодой рыкошмык даже выпал нам, прикинь. Так, и получаем с тобой первую награду. Это у нас 30 рун. Осенние... Какие осенние подсолнухи, когда уже должны быть зимние, блин, вечера, а не подсолнухи там какие-то. А это яйцо, что? Я уже не помню, что у нас тут. Скальскопев. Пускай летит, ребята, к нам в эту... в хранилище, короче, в наше. Так, 112. Ну, он уже тоже 112 уровень. А этот у нас 85-го. Тоже 85-го. А ты 86-го года рождения. Ну что, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, тогда на сегодня уже будем закругляться.
Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!